Привет, Фиксай. Узнал меня? Да-да, это я, он самый. Ты постоянно заставляешь меня есть что попало. Камни, золото, гнилую плоть. Мне это надоело. В этом ролике мы будем есть то, что я скажу. Для начала, раздобудь мне яблоко. Привет, друзья, Фиксай, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. И сегодня я добавил в игру совершенно новый супер голод. Прямо сейчас голода у меня вообще никакого нету, так же как и ХП. Дело все в том, что наш желудок будет управлять нашей игрой. И для того, чтобы мне восполнить все свои жизни, а также голод, мне придется слушаться его и кушать абсолютно все, что он скажет. Только так мы с вами восстановим весь голод. Но самое интересное в том, что каждая ячейка голода будет давать нам новые суперспособности, которые вы также еще не видели. Смогу ли я съесть все виды еды? Смотрите до конца, чтобы узнать. Вам очень сильно понравилась прошлая часть, где у нас с вами были супер новые жизни. И если вы это не видели, то прошу по подсказке справа. Мы там набрали уже 200 тысяч лайков. Давайте попробуем набрать сегодня столько же. Мне будет очень приятно. А так также подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Нас уже 6 миллионов, и мы идем к 7. Приятного просмотра! Итак, значит, желудок мне сказал, чтобы я ему нашел яблоко. Ну, в принципе, это сделать не так уж и сложно. Но есть два способа добычи яблока. Если мы просто так с вами сейчас будем ломать эту листу, у нас ничего не получится. Мне тут Такаки недавно подсказал, что нужно сломать абсолютно весь столб дерева для того, чтобы 100% яблоко выпало. И сейчас мы это вместе с вами проверим. Как раз таки одновременно это будем дерево. Оно нам еще понадобится. Ну а теперь ждем, когда все это деревце пропадет. Кажись, меня обманули. Пока. Наконец-то! Как же я много деревьев перерубал ради этого яблока! Это было очень тяжело. Но мы наконец-таки готовы его кушать. На счет 3, а я его уже съел. Итак, у нас добавилось яблоко, посмотрите. Отлично! Такое спелое, мне нравится. Сразу аппетит разыгрался. Давай ко мне шницель. Да чтобы свинка помоложе. А чтобы ты быстрее шевелился, дам тебе второе сердечко. Заслужил! Никогда бы не подумал, что я буду говорить со своим желудком. Но реально он выполнил свое поручение, как и я. Два сердечка и есть один голод, и это яблочко. Просто с вами куча дерева, давайте-ка мы сами сделаем верстак, топор и кирку, и будем охотиться на свинок. Главное не умереть. У меня мало сердечек. Если бы у меня сейчас было не этого сердечка, я бы умер. Мне ни в коем случае нельзя умирать, ведь все, что я накопил, сбросится. А наша цель — достичь максимального уровня голода. Я до сих пор не нашел ни одну свинку. Где вы вообще водитесь? О, нашел! Вспомнишь его, вот и оно. Это же говорилось про свинок, правильно? Надеюсь. Окей. Хорошо. Ребят, вы наверняка заметили то, что мне в последнее время в Майнкрафте чрезвычайно сильно везет. И эта удача пока что просто не покидает меня. Так уж и быть, давайте пока что мы это не будем считать лотереей на лайк. Мне тут осталось еще яйцо найти, вот тогда будет забавно. Так, свинка, сюда, благодарю, а теперь кушаем. Да ладно! Я не могу скушать сырую, он мне просто не дает ее скушать. Я все понял, нам нужно будет сейчас сделать печку и переплавить нашу свинину. Опачки, печка готова, и теперь переплавляем. Нам нужно, по сути, всего лишь одна штука. Надеюсь, что желудку понравится, это все-таки жареная свинка. Отлично, теперь кушаем. И смотрим, да, добавилось! Ха-ха, круто! Сытно, жирно, прям как я люблю. Хрю. Ой, только к мясу нужно зелени добавить. Раздобудь мне морковь, овощи хочу. Подождите, я слышу звук свинюхи. Да ладно! А вот и моя первая суперспособность. Получается, я превратился в свинку? Я постоянно теперь хрюкаю, и подо мной спавнится новая земля, вот эта вот, которая как раз таки не обитают. Ну, затем любят поваляться, там принять эти грязевые ванны и так далее. Это, конечно, не то, что я ожидал, но тоже забавно. Окей, значит, наш желудок просит, чтобы мы добыли ему морковь. Сделать это легко и просто, нужно просто найти деревню. Проще простого, простее простейшего. Ай, больно в ноге. Так, пшеница нас не интересует, картошка пока что тоже, хотя, на всякий случай возьмем ее, и пшеницу тоже возьмем. А вот как раз таки и морковка. Супер, кушаем ее. Да, получилось, все сработало, у меня уже 4 сердечка. Фи, какая твердая, меня с такой пущит. Зато для глаз полезно. Может еще миска, только понежнее. Как насчет жареной курочки? Ох, желудок, ты играешь с огнем, ты же понимаешь, что я могу попасться не на ту курочку. И может случиться что-то очень страшное. Но ради тебя я это сделаю. Кстати говоря, вот и моя суперспособность, у меня теперь есть ночное зрение. Это вообще отлично, теперь ночь нам не страшна. Осталось только найти курицу. Интересно, что будет, если я съем, ну, например, свинину? Ничего не будет. Это не та еда, которую я хотел, не пытайся меня обмануть. Я хочу жареная курица. Офигеть! Так получается, его можно обмануть как-то. Хотя нет, уже невозможно. Мы только что проверили, это нереально. Вот это было забавно, я такого не ожидал. Где мне эту курицу найти, я не понимаю. Они вот как знали, разбежались все.
Вы чё, в ряд-то выстроились? Марш, шагом марш. Раз, два, три. Вот про что я вам и говорил, она строит свою армию уже. Так, нужно кого-нибудь, вот тебя, например. О, все, супер, убегаем! Нельзя, чтобы она распространяла свою армию! Опачки, так тут в деревне кузница есть, оказывается! Забежи в нее, посмотрим, что вот здесь. Опачки, железная кирка, железный слиток, хлеб и яблоки, которые нам, в принципе, уже не нужны. Давайте попробуем скушать яблоко. Вдруг сработает. Так. Эх, это не та еда. Я опять попытался обмануть желудок. Будем жарить прямо на дереве, потому что мы не боимся огня. Жареная курица готова, и теперь кушаем ее. Ой-ой-ой-ой, куда? Куда я взлетел? Куда? Нет! Нет! Отлично! Ох, она что, еще была живая? Нет? Тогда почему мы летаем, скажи мне? Давай лучше сладостями займемся. От печеньки мне будет лучше. Ну нифига себе, я сейчас так сильно испугался, я думаю, я разобьюсь. Да, желудок, ты не шути со мной. Итак, у нас должна быть новая суперспособность. Проверяем. Я теперь могу летать! I believe I can fly! I believe I can touch the sky. Только вот облаков нету. О, другое дело. Они стали ниже. Это апокалипсис. Не. Опачки, нормально живой. Итак, печеньки. Печеньки это будет достаточно сложно, ведь нам с вами нужно будет пойти в джунгли и добыть там какао-бобы. А вместе с этим еще и сахар. А сахар это тростник. Ах, окей, полетели. Будем искать джунгли. Наконец-то я нашел эти джунгли. Прошло, наверное, минут 20, пока я их искал. Ох, и вот они, заветные какао-бобы. Все ради них. Чтобы желудок насытился этими печеньями. А, так там для печенья даже не нужен сахар, нам нужна просто пшеница. Это вообще как два пальца, ну вы знаете. Все, наконец-то, мы готовы скрафтить печеньки. О, да! 32 печеньки. Что? Почему у меня только одна штука осталась? Так нечестно. Ладно, в любом случае мы кушаем и... Что? Мы получили сами алмазы, а также изумруды. Отлично. А, какая-то она черствая. Давай что-нибудь послаще. Вот тебе пара безделушек для мотивации. Ты их как-то ненароком проглотил. Найдешь для меня золотое яблоко? Мне нравится карамель с них переваривать. Что? Думал, они золото покрыты? Ха! Наивный! Да ты офигел, что ли, желудок? Золотое яблоко тебе подавай! Где я тебе найду золотое яблоко? Я эти джунгли искал полгода! А теперь мне искать пирамиду еще, и не факт, что там будет золотое яблоко! Че ты там смотришь? Куда ты мою свеклу забрал? А, это я ее забрал. Ну, прости, дружище, так получается. Что? Что не нравится? Ты мне говоришь, чтоб я это все делал сам там. Окей, без проблем. Если хочешь, я тебе помогу. Вот, держи. И это тоже? Окей. Короче, все, удачи, сами там расправитесь. Окей, нам всего лишь дали два алмаза, три изумруда. Изумруды это, в принципе, бесполезно для нас. А вот алмазики, если бы на один больше, было бы вообще круто. А, и кстати, мне дали два новых эффекта: удача и сопротивление. Получается, что я себе почти урон не наношу теперь. Да, смотрите. А ну-ка. Ха-ха! Офигеть, ноль урона! Это просто офигенно. Интересно, а какой шанс, что вообще здесь будет находиться золотое яблоко? Давайте проверим. Ай-яй-яй, больно вообще-то. Так, открываем. Здесь у нас железный слиток, а также золото. И гнилая плоть. А давайте-ка мы накормим желудок гнилой плотью. Интересно, что он скажет на этот счет? Я даже не могу съесть гнилую плоть. Окей. Какой же ты умный все-таки. Открываем сундук, и здесь два алмаза! Не зря я сюда пошел! И еще больше золотых слитков. Круто! По идее, мы же теперь можем даже не идти в пирамиду, а просто попытаться добыть еще одно яблоко. И скрафтить сразу же золотое. Гениально и просто. Итак, яблоко обкладываем. Да, все, отлично, готово. А теперь кушаем его. О, да! Что-то, что-то-то! Отлично! Тьфу! И правда золото! Как ты только зубы не поломал? Дичь какая-то! Слово о ней! Видел тут кроликов? Догоняй! Все-таки стоило идти сразу же в пирамиду! Ну ладно, окей, не проблема! Надеюсь, что к утру я уже буду в какой-нибудь пустыне! Нужно будет поймать там пару кроликов! Кстати говоря, вот что делает нам золотое яблоко! Новая суперспособность! Нам выдаются вот такие вот кусочки золота! А вот и кролики! Догнать их будет достаточно тяжело, хотя... Ты мне прости, пожалуйста, я не хотел. Это все не я, я не виноват. Естественно, сырой он отказывается кушать, поэтому придется это все дело переплавлять. Надеюсь, оно того стоит. Готово, а теперь кушаем! Жареный кролик! Опачки, скорость! Отлично, я скорость! Слушай, прям вкусно. Мясо какое-то нежное, отлично готовишь. Может быть, ты и по рыбе, мастер? Побалуй-ка меня филе на гриле. Беги скорее за удочкой, а то не дождусь. Он меня еще заставляет рыбачить. Так, получается, мне нужны нитки, сделать удочку и порыбачить. Ну, все должно быть легко и просто. Где-то здесь. Видите, у меня эффектов уже. А вот и золотое яблоко. И нитки даже нашел. Шикарно. Да тут все прям под меня сделано. Так, как там делается удочка? Если я не ошибаюсь, вот так. И да, готово. Ну что ж, поехали. На мне есть гигантская удача, поэтому 100% должно повезти. Давай. А есть шанс, что вообще жареная рыба сразу же выпадет? Кто его знает, может быть, конь не переживал и выбросил. О, плывет. Седло, серьезно? Только не говорите, что эта удача будет мешать мне теперь поймать рыбу. Это будет фейл. Это что? Это книга зачарования! Нет! Дайте мне рыбу, пожалуйста!
пожалуйста! Я же здесь, может быть, рыбак какой-нибудь, это картограф. Такс, что это? Лук! Нифига себе, зачарованный он! Но это все не то, теперь мне эта удача мешает мне максимально сильно! Так, ты кожевник, ты не тот! Эх, ты вообще никто! Дайте мне рыбака! Я нашел рыбака, ну вы посмотрите! Он не продает рыбу! Тут нужно 6 сырой трески, чтобы он мне дал 6 жареной, но у меня нету даже обычной сырой! Я думал, что будет все очень просто, но, как оказывается, нет. Так, судочка на починку. Наконец-то! Пришлось немного помучиться. Ну, посмотрите за то, какие предметы у меня есть. Хотя они нам даже не понадобятся. Ну, кроме лука, возможно. Скорее всего, у нас сейчас будет суперспособность очень быстро плавать. Хотя я не уверен. Ну, посмотрим, что нам скажет желудок. Кушаем жареную треску. Так, появилась новая ячейка. Великолепно готовишь. А пирог испечь сможешь? Тыквенный. Ему теперь еще и пироги печь. Где мне тыкву-то находить? А что он вообще дал? Офигеть, теперь как я быстро добываю блоки. И да, как я понимаю, я теперь бесконечно могу дышать под водой. Это супер. Быстро добывать блоки, между прочим. Итак, для тыквенного пирога нам понадобится теперь уж сахар, яйцо, а также обычная тыква. Если с последними двумя ингредиентами все легко и просто, то с тыквой придется заморочиться. Как же хочется его использовать, но я не буду. Я думаю, лайки и так уже все поставили. Болото, это хорошо, ведь здесь будет тростник. Кстати говоря, возможно, что на болоте будут и тыквы. Что-то мне подсказывает, что они здесь водятся. Так, тростник у нас уже есть. Так, тыкву вообще недолго было искать. А что получается, тыквенный пирог у нас уже в кармане? Маэстро, шеф-повар, фиксай, сейчас покажет, как делать самый настоящий, самый вкусный пирог в мире. Нельзя перебарщивать сахаром. Если есть 4 штуки, кладем все 4. Добавляем одно яйцо, а также одну тыкву и получаем наивкуснейший тыквенный пирог. Вуаля, мерси баку. А теперь съедаем его и никому не оставляем. Ой. Нет! Это ловушка, зачем? Ну и порадовал ты меня сегодня. Давай на десерт что-нибудь по такому случаю. Так это только что был десерт. Торт! И что, прям с вишенками на креме? Ну ты знаешь какой, да? Нифига я не знаю, сними с меня эту штуку. Мне теперь постоянно нужно будет бегать с ней. Это ужасно. Она не снимается. Откуда я слышу жителя? Я теперь стал жителем. Прекрасно, я теперь житель. Ну спасибо тебе. Вот это я понимаю, мой же желудок меня затроллил. Отличная суперспособность, буду я пользоваться теперь всегда. Теперь нам нужно будет сделать полноценный торт. 3 ведра молока, 2 сахара, яйцо и пшеница. Неудобно добывать блоки от третьего лица. Нам нужно всего 9 железа. Там же крафтится всего лишь 1 ведро или 3, я уже забыл. Ждем, пока все это дело переплавится. Надеюсь, тут же будут коровы где-нибудь. Ну, пожалуйста, ну хоть где-нибудь. Да, крафтится всего лишь 1 ведро. А, есть, все-таки есть корова. Спасибо большое. И осталось забрать пшеницу. Мы близки к победе. А, ничего не вижу. Желудок, ты главное не лопни от такого количества еды. Я уже столько тебе всего сделал. А где все мое дерево? Итак, 3 молока сверху, хотя поймалку должно быть снизу, как основа. 3 пшеницы сюда. 1 сахар. Нет, мне нужны яйца. Без паники. Вуаля, вот и торт готов. А теперь как мне его... Что? Я теперь могу торт полностью скушать, серьезно? Окей, кушаем. Сладкий пончик? Ох, все, меня не лезет. На вот, только осталось. На потом, когда проголодаюсь. Только не вздумай сразу меня пихать, а не то я лопну. Жлук, ты серьезно, ты издеваешься? Ты столько еды съел, с тобой же ничего не было. Давайте скушаем сладкий пончик. Кажется, я лопнул. Нет! Я так и думал! Это все подстава! За что? Просто за что? Я думал, он шутит! Это вот та же самая история с волком, когда это напали волки, а это, кажется, был пранк, все, а потом сейчас пришли, а сейчас не пришли, а там реально волки напали. Вот здесь то же самое, вот он пранканул меня, я подумал, то, что он меня опять пранкует. И как оказалось, это была не шутка. Но в любом случае, челлендж мы выполнили! Мы получили наши суперспособности, мы восполнили весь наш голод. И это было офигенно! Ну что же, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. А на этом мы с вами не прощаемся. Я вам предлагаю перейти к следующему видео. Вот прям по конечке. Вот правое-левое, правое-левое. Крутые видосы. А для вас сразу фиксай. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока!